Итак, всем привет, с вами как этот Данил вообще, и с вами как бы протестируем эти специальные петарды на воде, специальные такие корсаради, которые я специально оставил вообще для вас. У меня еще пока что есть, вы помните, что это такое видео, которое про микрофон начал снимать и про это держать для автомобиля, протестировать, как взрывается, как что еще. Я-то давно в этом ролике никогда не был вообще. Я вот только у меня то аллергия, то еще что-то у меня болело вообще. Ну ладно, с вами, ну ладно, тогда будем что-то делать вообще. Эх, соскучился по видюхе вообще снимать. Я еще буду по понедельник, по пятнице работать вообще. А то бывает, что психую вообще. Да у меня еще жизнь впереди вообще. Я не хочу быть покойником вообще и лежать в этом гробу и на кладбище. Я просто хочу остаться и ролики снимать, и жить хорошо. Чтобы я жил хорошо без девушки. Вот понимаете, что я расстался с Кристиной? Ну, чтобы не встречаться вообще. Ни с Никитой, ни Анастасией вообще. А тут хуя, блядь, будут проблемы вообще. Вот так вот классная речка Елшанка идет вообще. Красивая река вообще. Там и лес полный вообще, как джунгли вообще. Итак, что я хочу сказать. Красивое тут место вообще. Здесь можно и тут также покидать эти петарды. Повзрывать тут. Эх. Я помню еще, когда меня вымогали этих денег вообще, и я расстался вообще, что я не хочу. И МЧС тоже закинул по этому номеру телефону этим двоим, что меня начинает вообще беспокоиться, а мой брат так за меня заступился вообще. Ну ладно, давайте я не буду говорить об этом, вы же ждете, когда я буду петардами бросать в эту водичку. Что-то булькнуло. О! Тестирование петарды на водичке. О, какой звук охуенный вообще. Потому что я не могу держать, потому что у меня в руках телефон. Так, лучше, скорее всего, это уже бросать, а потом кидать вообще. Зажигать, а потом побыстрее бросать. Хе, она уже и потухла. Ну ладно. Тогда это будет. О! Лучше глубоко туда сделать вообще, чтобы петарда вообще побулькнула.
О, вот это прыжок, это петарды. Ну, по крайней мере, это все хорошо вообще. Когда бросаешь петарды, начинается такое, или как бы с другими вещами вообще. Начинается такая вот херня вообще происходить в этом жизни. Ну ладно, давайте еще попробуем. Что за зажигалка такая вообще? Вот и подкрутить еще, чтобы соска попала. Особенно у меня этих настроений нету вообще. Потому что вообще у меня какие-то ноги болели. Рассердился, потому что да, от матери и все. И застукало с этим, у меня пятки уже даже немножко болят вообще. Я вчера болел, а сейчас немножко болят. Поэтому я и так делаю вообще зарядку. Вы помните, что на коробке специально так написано в этом корсаре, а из поя только можно и кинуть в воду, чтобы взорвалось вообще. Ну, недалеко, конечно же. И ни в коем случае это не повторять. Если я когда камеру держу левую руку, это правой зажигалкой. И ни в коем случае это не повторяйте. О, вот я красава вообще. Если когда зима будет в этом декабре или в январе, то на льду можно и поснимать, повзрывать там все. Все что угодно вообще. Ну ладно, спасибо за внимание, оставайтесь с нами. Ну что ж, вот так я лето провожу вообще. Когда жарко, а когда тепло, бывает еще холодно. Ну, на этот раз мы будем монтировать ролики, снимать, а то давно ни хера не было этих роликов. Нам нужны как бы часов по 4000 просмотров на этот, как бы на часовой, и еще каких-то, ну, тысяч подписчиков вообще. Не знаю, надо на компьютере то же самое, такую херню посмотреть. А вчера так говорила мама моя, сказала, что за... Лучше нерви, лучше бы сама все будет делать вообще. Или как-то меня научит и скажет. Ну-ка давай будем делать траву вообще. Если так хочется вообще. И залу тоже сам. Ну залу это как бы можно и сразу это сделать вообще. Ну как бы сжигать, а потом все и продавать. Все эти неплохие бабки можно зарабатывать. Если тестирование, короче, понравилось на воде вообще, то, пожалуйста, поставьте лайк за это, что я буду вести много чего, видео вообще. Ну ладно, все, короче, давай, пока.